Вашему вниманию представляется «Ракун» — незаменимый стеллаж для игрушек и книг маленьких исследователей. Сегодня мы покажем вам, как удобно его собрать. Стеллаж состоит из следующих элементов. 2 боковые стенки, 4 перекладины, материал для полок, 3 полки, основание стеллажа, 2 монтажных крепления, 8 коротких монтажных шурупов, 8 длинных монтажных шурупов, 8 чопиков, 3 шурупа по дереву, 2 шурупа по дереву для боковых стенок, 8 крепежных элементов. Для сборки стеллажа нам потребуется шуруповерт или крестовая отвертка и шурупы, которые соответствуют типу стен в нашем доме. В комплекте со стеллажом идут 2 больших и 4 маленьких ящика. Монтаж лучше проводить вдвоем, предпочтительно на чем-то мягком. Начинаем с размещения перекладин на боковой стенке стеллажа. Вставляем их так и фиксируем короткими шурупами. Пришло время первой полки. Устанавливаем более широкую доску пазом вниз. Теперь соединяем ее с более узкой доской, используя эти шурупы по дереву. Вставляем их в отверстие и прикручиваем. Готово! Точно так же поступаем со второй полкой. Теперь замонтируем крепежные элементы в полке. Вставляем их сюда таким образом, чтобы разъемы в крепежных элементах совпадали с отверстиями в полке. Затем вставляем чопики в боковые отверстия обеих полок, именно в этих двух точках. Теперь пришло время соединить полки со стенкой стеллажа. Прикладываем так, чтобы чопики вошли в отверстия, а затем фиксируем их длинными шурупами. Сначала прикручиваем нижнюю полку, потом верхнюю. Теперь вставляем эти плиты в пазы, которые находятся на досках. Вот так. Теперь пришло время полки из материала. Надеваем на перекладины по очереди. Вот так. Готово! Итак, теперь переходим к монтажу боковой стенки. Добавляем его к конструкции стеллажа так, чтобы чопики по бокам полок вошли в отверстия по боковой стенке. Затем соединяем стенку с перекладинами в верхней части стеллажа, фиксируя более длинными шурупами. Теперь кладем стеллаж. Размещаем крепежные элементы в этих точках так, чтобы их разъемы совпадали с отверстиями на боковой стороне плиты. Хорошо, теперь можно прикрутить нижнюю часть стенки более длинными шурупами. Проверяем, все ли зафиксировано, и готово! Чтобы стеллаж был стабилен, следует прикрутить его к стене. Для этого крепим крепления. Крепим их в этом месте на внешней стороне стенок. Прикладываем крепление и фиксируем. Овальное отверстие всегда должно прилегать к боковой стенке. Теперь прикручиваем крепление к стенке с двух сторон стеллажа. Теперь можем собрать ящики. Начинаем с боковых элементов. Вставляем дно в середину и готово. По этому же методу собираем меньшие ящики. Теперь можно разместить ящики для игрушек на полках. Стеллаж «Ракун» очень прост в уходе. Достаточно обычной салфетки. Наш стеллаж готов! Приятного использования! KinderCraft. Easy with kids.